Всем привет! С вами Андрей. Вы находитесь на канале Велострана Обзор. И сегодня поговорим с вами о переднем фонаре BLS-161 от компании Tribi. Такая модель фонаря хорошо подходит как для передвижения по городу, так и для поездок в местах, где нет искусственного освещения, потому что обладает хорошими показателями яркости и автономной работы, при этом сравнительно небольшими габаритами. Что касается конкретных цифр, то данный фонарь выдает до 600 люменов в пике, что является очень хорошей цифрой для велосипедной оптики. Также он может работать без подзарядки до 80 часов. Данная модель обладает одним светодиодом и зеркальной линзой высокого качества. Также сама голова фонаря выполнена из металла, а корпус из высококачественного пластика. У данной модели имеется встроенный аккумулятор, который заряжается при помощи кабеля стандарта microUSB, который имеется в комплекте. А переключение между четырьмя режимами постоянного света и двумя мерцающими режимами происходит при помощи одной кнопки. Крепеж фонаря выполнен из твердого пластика и имеет толстый резиновый хомут, который не подведет даже при большом уровне вибраций. Также хочу отметить, что фонарь легко устанавливается и снимается с крепежа без каких-либо инструментов, а нижняя часть его прорезинена, чтобы фонарь не скользил вокруг руля. Несколько слов о бренде. Голландская компания Tribi специализируется на производстве сопутствующих товаров для велосипедов и обладает действительно большим ассортиментом. В линейке ее продукции вы найдете все необходимое для ваших поездок. Если вы хотите более подробно познакомиться с данной моделью, приходите в любой из магазинов Велострана, где наши консультанты помогут сделать вам правильный выбор.